Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. У нас идут длинные, позорные выходные новогодние. Сегодня у нас второе число 2021 года. И один из моих хороших знакомых друг моей родни, родственников, попал перед Новым годом в больницу с переломом. Там ребра сломаны, еще что-то. Предстоит тяжелая операция. Это было вот буквально за один день до Нового года. Упал он с высоты. И, соответственно, тяжелая ситуация проникновения сломанных ребер в легкое. Предстоит операция. Одним словом, и вот в этой связи обновил я свою фабулу за номером 60033, она вот выделена у меня на экране сейчас. Поддержка в ожидании любой сложной операции при возможном смертельном исходе после операции, при успешном ее завершении, не слушать этот файл и другой файл с этой композицией никогда. Это является обязательным условием, то есть перед операцией можно, после операции нельзя ее слушать. Несколько раз у нас ее приобретали, эффект был положительный, поэтому вновь вот она была обновлена, была она на версии 12, сейчас это версия 3.13. Мое счастливое число это 13, и так совпало, что я должен был сделать это обновление и дать моему знакомому моей хорошей родни. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам.